Можем быть очень довольными показателями игрой большинства игроков. Каждый показал то, что он хотел выиграть. Когда 23 тысячи человек кричат «крылья, крылья», я думаю, у каждого футболиста мурашки по коже даже во время игры. Мы смотрим в основном на спортивную сторону команды. The plan I'm not telling before. План я вам заранее не скажу. Я думаю, то, что должно было играть на 0-0 вообще-то. The difference was that we gave a present. Разница в том, что мы сделали им подарок. Nicely packed and they used it. Хорошо упакованный, и они это использовали. And on the other side, on offensive way, we had not enough quality. А с другой стороны, со стороны нападения у нас не хватило качеств. Момент, что я недавно потерял бабушку, поэтому посвящаю голы ей, и так что эмоции смешаны. Конечно, радость от победы, но и горечь от потери близкого человека. Заранее решили свою задачу, мы остались в премьер-лиге без стыковых матчей. Эмоции были хорошие, победы над сильными командами. У меня отложилась в память победа в Питере, на Петровском, поэтому как бы для меня это самое такое событие, которое отразилось.
Зенит, он хапит трофо, он амаркит трофо. Против Зенита мы три раза ударили по воротам и три раза забили. Ce n'est la faute de personne, c'est juste que parfois dans un match tu as plus de réussite que d'autres. Это не беда, не вина кого-то, просто в некоторых матчах кому-то больше повезло, кому-то меньше. Mais je pense que ce soit le Zenit ou n'importe quelle équipe, on a le même respect pour toutes les équipes. Но я не думаю, то, что Зенит это или другие команды, мы одинаково уважаем все команды. Nous ne sommes personne pour penser que nous sommes au-dessus de n'importe quelle équipe du championnat. Мы не можем о себе думать, то, что мы выше каких-то команд в чемпионате. Самое главное, отыграли на ноль, смогли забить, заработали 3 очка, поэтому здесь сейчас нужно готовиться, все мысли о следующей игре уже нас ждет серьезный соперник, поэтому сейчас уже эту игру нужно, все равно, конечно, мы ее разберем, но нужно ее все-таки оставить уже и готовиться к следующей игре. После того, как сделаешь работу, конечно, чувствуются и большие эмоции, и иногда это большая грусть. Мы чувствовали, что мы могли выиграть этот матч. Выиграть матч?
думаю, что было там все чуть-чуть. Была такая ситуация. Может, лучше бы было, чтобы пускал Чочеву. Но я там пробегал быстро и пробил, так что не видел Чочева, что он был здесь близко до меня. Да, долго не играл. 3 месяца это долго, очень долго за меня. Но что сказать? Вот, я хочу сказать, что слава богу, что у меня еще пока колено не болит. Нормально, ну, нормальное состояние. И если так, каждую игру 70 больше и больше будет. Не 70, может 80 и больше. Mentality was there, fight also. Я думаю, что менталитет был, борьба была. Defensive okay. В защите нормально. Offensive not enough at all. В нападении совсем недостаточно. Сегодня непростой день, и начну с напоминанием о том, что это день траура по погибшим в страшной авиакатастрофе рейса Шарм-эль-Шейх Санкт-Петербург. Во втором тайме, кажется, мы больше контролировали мяч, контролировали игру. Недостаточно, правда, было опасных ситуаций, создавали возле ворот. So this is not new. Это не новое. And of course, at the end, if you're going to take some risk, if you go to different defending. И, конечно, если в конце рискуешь и по-другому начинаешь защищаться. Instead of bringing, I mean, more offensive things, we rather lose on defensive side and all. Получилось то, что вместо того, чтобы усилить нападение, мы ослабили защиту и получили. Позитивные эмоции были. Я помню, когда у меня была травма, и болельщики пригласили, чтобы я вместе с ним на трибуне кричал и болел за мою команду. Это первое. А второе, после травмы, когда вернулся назад, моя вторая игра в премьер-лиге, я забил 2 гола с ЦСКА, и это меня очень радует. Вот. И хочу сказать, что то же самое радует меня, что остались в премьер-лиге, что в следующий год то же самое будем играть.
важная игра «Крыльев Советов». Прекрасная работа Франка Веркаутерна, главного тренера самарской команды. Отличный футбол показал сегодня нападающий Яхович, который в двух эпизодах, когда нужно было показать все, что ты умеешь, он и сумел это показать. Отлично сыграл голкипер самарской команды. В общем, все они молодцы. Здесь все говорят о том, что мы поделили очки исключительно по одной причине – поля. Поэтому это суровая действительность нашей страны, и не только в Самаре такой кошмар, но просто неприятно, что действительно как-то футбол уходит на второй план, а на первый выходит разговор о том, в каком таком замечательном городе, как можно играть на поляне такого уровня. Уважаемые болельщики «Крыльев», когда будет у вашей команды такой же момент, я точно так же скажу: ну куда же ты? Вот-вот-вот, это желтая карточка. И, кстати говоря, кажется, это Бакетти там лежит. Нет, Паршеврюк. Паршеврюк. Ну, желтая здесь безо всяких сомнений. Я бы еще с другой точки посмотрел, но вообще-то, по-моему, здесь, может быть, и вовсе не было нарушений. Ну, тут уж комментатор не обязан его замечать. Вы знаете, главное качество комментатора – это говорить глупости. Вот еще и Ерон Симос, оказывается, получил желтую. Три комментаторские добродетели главные: а, говорить глупости, б, болеть за одну из команд, и в, все время бесконечно путать игроков. Мух! Извините. Самара. Был период во втором тайме, когда она абсолютно доминировала и создала два, точно, может быть, три момента. И, конечно же, грубая ошибка судьи Москалева, который не назначил пенальти за фол Бакетти против Чехии. Там пенальти был. Момент Спартака, но здесь скорее просто немножечко понервничал Лория. Тут же исправил свою не ошибку, нет, просто небольшой технический недочет. Yeah, I just told the referee that I think he was decisive. Я сказал судье только что, то что ему нужно было не так, наверное, решить. Normally a referee has to be sober, you don't have to see him. Нужно обычно судья должен быть как бы в здравом смысле, его реально не должно быть видно на поле. But I think he took two very important decisions. Но я думаю, то, что он принял два очень важных решения. You can always discuss them. Конечно, их всегда можно обсуждать. But for me it was clear. Но с моей точки зрения они ясны. And I told him. Я ему сказал об этом. Марик, we blijven zoeken naar wat ik noem extra. Мы ищем то, что нам что-то привнесет экстра, дополнительно. And onmiddellijk inzetbaar. И ищем то, что можно сразу выпустить на поле, скажем так. Dat betekent niet dat de testers dat niet zijn, maar. Я не говорю, что просмотровых. На поле. Но вот для меня существует несколько скоростей. En dat we hopen natuurlijk dat zij die topsnelheid ook kunnen bereiken, maar dat dan misschien niet voor morgen of overmorgen. Надеюсь, что эти вот ребята, о которых мы сейчас говорим, они перепрыгнут, сделают скачок с одной скоростью на более высокую.
таблице пока команда и проигрывает. Проигрывает Ростову в 19-м туре на своем поле. Chance like we had no one. We had one player one against one situation against the goalkeeper. Игроки, в общем-то, играли достаточно хорошо. Потом у нас была ситуация один на один с вратарем. We missed a penalty. Мы не забили пенальти. So it shows again we have a lot of problems to score, not to be. Поэтому это опять показывает то, что у нас много проблем с забиванием. Not to be as good as the opponent, because I think we show today we are not less than Rostov. И мы, в общем-то, мы не были сегодня такими хорошими, как соперник, может быть, в этом, но мы показали сегодня то, что мы не хуже Ростова. Problems, huh? Мы не сталкиваемся с проблемами. We are busy with solutions. Мы занимаемся решениями к этим проблемам. So I think there was some mental work and all the other things. It's to keep the team as fresh as possible on all levels. Была работа определенная в голове и другая работа для того, чтобы команда оставалась как можно более свежей на всех уровнях. But we were only busy with solutions we can use in this game. Мы занимались только теми решениями, которые мы могли бы использовать на этой игре. Get it.
J'ai eu des très bonnes sensations. C'est vraiment un très bon club. Эти три фантастических месяца я запомню навсегда. Крылья – классная команда. Я считаю, что все должны быть довольны этим сезоном. Хочу сказать большое всем спасибо за такой теплый прием в Самаре. Мы проделали хорошую работу в этом сезоне и порадовали результатом самарских болельщиков. Я восхищен тем, как они любят, как поддерживают свою команду. Желаю крыльям высокого полета. La saison en général. Я думаю, что это сезон в общем. Parce que certains matchs nous n'avons pas été les meilleurs sur le papier. Поскольку в некоторых матчах мы на бумаге не были лучшими. Mais on a su faire des on a su gagner des matchs importants. Но мы смогли выиграть важные матчи. Contre des équipes importantes. Против хороших команд. Et j'ai surtout pris du plaisir contre ces grandes équipes. И я очень удовлетворен игрой против этих крупных команд. Атака, которая так начиналась в британском стиле. Борьба вверху после длинной передачи. Иван Моло мяч подхватывает на правом фланге.
подает в штрафную. И из-за спины у Рязанцева выскакивает Милан Родич, чей удар головой и приносит в результате крыльям Советов ничью. 1-1. Это первый гол, который крылья Советов забили на своем поле впервые за много месяцев после семиматчевой безголевой серии. Считаю, что это здорово, идет на пользу то, что игроки становятся ближе к своим болельщикам, и то, что футбол становится более популярным при помощи таких не только стендов, которые стоят на дороге, а при помощи движущихся средств, таких как трамвай. Вот. И это очень интересно и для болельщиков, и для игроков. Сама ходишь на футбол? Да, хожу, но в последнее время не получается. Пишу диплом, а так за вас болею. Ты сегодня придешь? Уговорила сестру, мы придем. We'll be right back.
Для меня важный мяч для уверенности, для того, чтобы почувствовать свои силы, двигаться как-то дальше, развиваться. Я об этом всегда говорю и всегда хочу этого. Хочу получать удовольствие от того, что делаю. Вот, ну, самое главное, что добились сегодня результата. Сегодня игра была такая, за 6 очков, можно сказать. Крылья провели очень хороший сезон. Я счастлив, что был частью этой команды. Хочу сказать, что у самарского клуба большой потенциал, и крылья могут добиваться серьезных успехов. В Самаре прекрасные болельщики. Они очень искренне болеют за свою команду. Мы чувствовали их поддержку в каждом матче. Это дорогого стоит. Что касается особенно ярких моментов, то отмечу победу над «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В том матче я дебютировал за крылья и никогда не забуду эмоции, которые тогда испытал.